если говорить об ополченцах, которые, так же, как и украинцы, стоят на защите и являются российскими гражданами, то можно... Я считаю их людьми, которые пытаются защищаться. И дай бог, чтобы они защитили больше мирных граждан. Потому что вы же знаете, военным только дай возможность пострелять. И поэтому, когда я вижу убийства, количество тех убийств, которые происходят, мне это все напоминает игры просто вояк. То есть это неразумно, и везде, где можно договориться на словах, надо договариваться на словах, на экономических санкциях, но ни в коем случае не брать оружие, это последнее, что нужно как бы применять. То есть я не считаю людей, к сожалению, этих героями, потому что они идут, русский идет на русского. Мы все русичи, ну, Киевская Русь, да, то есть для меня это нарушение человеческого сознания, бытия, и как бы я против убийства, категорически.